свой отчет. Кстати, те, кто поклоняется числам, сегодня могут загадать желание, потому что сегодня, во-первых, 7 число, 7 часов вечера 7 месяца. Да, 4 семерки, Артем, я бы тебя поправила, потому что воскресенье 7 день недели. То есть 4 семерки, мне кажется, это супер число, я не знаю, я семерки люблю, а ты? Я очень люблю семерки, у меня практически 7 числа случаются все чудеса, а не только. Да, и вообще говорят, что 7 это число, как сказать, духовного совершенства. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы прям пойдем в нирвану, пойдем вместе с нашими артистами. Это правда. А сегодня с нами будут Ирина Дубцова, группа Диофильма, Юлия Ковальчук, группа Пицца. Ну и, конечно же, группу, которую мы сейчас буквально через несколько секунд объявим. Кто это, Тёма? Это будет группа. Поздравить мою любимую подругу, потрясающую артистку, красавицу и мамочку с ее днем рождения. Поздравления, если уж, конечно, на
на ушко лично, но сейчас я все равно просто ее поздравляю и говорю, что я тебя очень люблю, поэтому эта корзина плавно перетекает завтра к ней. Да, мы завтра подарим обязательно этот замечательный букет цветов, и, конечно, я тоже хочу поздравить Жанну и передать привет от всех. Это правда, но, значит, рассказываю, от кого у нас этот потрясающий букетик, он предоставлен флористическим и свадебным агентством «Свадьбери». Закажите свадьбу. В «Свадьбери» вы получите выступление с цветным подарком. Акция действует до 1 сентября 2013 года. В общем, обращайтесь в это агентство, а это букетик будет для Жанны. Всем мужчинам завидую, вы посмотрите, какая красота. Жанночка, с наступающим! С наступающим днем рождения! Ну, а мы продолжаем на сцене группа «Корни». Отлично, друзья! Расхищаем этот танцпол, друзья мои. Улица Клёва, группа «Корни», 25 этаж. Все, кто знает слова, давайте вместе с нами споем припев. Мы будем очень рады. Эй, друзья, как настроение? Эй, тебе найти твои одинокие. Вернулся в город, я славно поиск. Встречай меня, высоты моря уходил. Домой вернуться хватит сил. Лететь по ветру мне написанным письмом. А солнце льет лимонный сок, питает сахарный песок. И теплый вечер так прозрачен небесом.
страны Фризги сегодня решили поздравить с днем рождения. Ну что, ребята, давайте, как репетировали? 3-4! Сказали бы Жане, если бы... Ой, спасибо! Всего самого светлого и хорошего. Всего новых песен. Добрых, хороших песен. Более благодарных зрителей. Это отлично. Давайте узнаем, что они думают о Жане. Вот, смотрите, замечательный молодой человек. Я думаю, вы... Итак, друзья, как вы поздравите Жанну Фриске? Какие у вас любимые песни? Артём Шалимов. Что мне так холодно стало, я не пойму. А если упадет, то что ты будешь делать, если бы упала? На полу? Уже не выпила, а слезала там. А чего вы меня снимаете?
Вот это народу еще пипец много. Да, самое плохое. Да, это... Я так думаю, да, я в конфорте. Ну да, ладно. Ну, ты снимать нечего себя. Боже мой. Боже мой. Ну, хорош. Где-то, ну, отцепись. Давай ты фоткай. Я возьму, подержите фотку. Как я вам так фоткаю? Возьми. Тоже возьми, не так много. Ну, подержи. Да я возьму, вот ты упали. Я все равно пить хочу. Поставь лапу. Чем не обрабатывать? Как есть, так есть. Давайте вы обрежете нас. Возьми много. Боже. По рации, да? Мы засветимся на ютубе. Ну, что, всем привет! Пошли выше! Stop.
лучше. А кто там еще остался? А, группа пицца, а потом Дуктёва. Я же знаю, Дуктёва на пицце поставила. Это прям самое крутое, что ли? Вот. Вот два микрофона. Я гадала. Я ей сказала, что сначала пицца, а потом Дуктёва. А потом кто сказал? А? Сейчас пицца будет, а потом Дуктёва. А еще какой-то дюфель. Для тебя тоже не знаю. Друзья, здравствуйте! Это группа Диафильма, Владимир Дантес. Это Вадим Олейник. Сейчас вы услышите песню, после которой вы скажете: «О, боже, это они поют». Но на самом деле домой мы такие же приезжие, как и многие из вас здесь. Слышите, я очень подальше. Давайте все приезжие послушаем! Все приезжие с нами! А там смотрим 4 москвича. Мы хотим видеть каждого из вас. Вот. И тебя тоже. Привет. Поэтому мы взяли с собой линзы. Беленький, похож на вас, если вдруг
Серьезно, ко мне относишься.
Я не могу.
очереди сейчас я отвечу. Нет, одна история. Ты спицы не стоит отвечать. Если я не пицца, то все остальные. Себя фоткаю, да. Ази, блондинка. Катя, как пришел чувак за эту неделю, я помню. Теперь кого тебе будут поздравлять? Меня. Я главное, видишь, что я фотографирована, да? Ну ладно. Потому что я вижу, что некрасивая. А вы хорошим друзьям фотографируете. Да, да, Линка, все нравится. Ну, понятно. Нет. Какие эпические фотографии. Ну, да, да. Я скоро твой телефон убью, да, для всего. Оставайся, это такая. Нет, мне не нравится. Ну, пожалуйста. Ну, это ладно, и это ладно, и это ладно. Это ладно, я говорю. Аня, там просто что-то что-то. Чего ты? Удали. Удали срочно этот второй подбородок. Да-да-да-да. Чего какие-то зеленые пятнышки. Привидение. Шрек. Удаляй. Вон, у меня все какой бан понятный. А тебе чего, глаза среди глаза? Удаляй. Я не фотогенична сейчас. Когда мне жарко, и я фотогенична. Гигиенична? Куда ты тоже? Что, поверьте? О, не прощаются. Идите. Мы все делим оружие,
Слушайте, как часто вы вообще любите сыны? Любите сыны? Как часто? Я вам скажу. А вы как часто дарите сыны детству? Александр, как часто вы дарите цветы? Ну, практически еженедельно дарю. Еженедельно дарите? А вы сегодня один пришли или с супругой? С семейством. С семейством. Так, супруга, расскажите, пожалуйста, говорят, каждую неделю вам дарят цветы. Правда, неправда? Ой, вот так вот стесняется. Это не супруга. А, это не супруга? Ну ладно, ничего, тоже получается. Итак, кто у нас еще? Кто у нас самый главный флорист нашей жизни? Бывает. Это не прямой. Yeah.
Иди сюда. Сделать